Wake up, с вами Вова Кэс. Моргенштерн бросил 100 тысяч рублей в унитаз. Нагодился бы мой папа. Алена Венум заинтриговала сторис с неизвестным парнем. Катя Адушкина опубликовала трогательное видео со своим парнем. Эдварду Биллу взломали Инстаграм и удалили ВК. Мне взломали Инстаграм и удалили ВК. За бесплатным шмотом Мари Сен пришло больше людей, чем на некоторые ее концерты. У вас тут очень много людей. Кашин намерен снять пародию на новый клип Марьяны. Подписывайся и жми колокольчик, и ты никогда не пропустишь мои новые видео. 51 тысяча лайков, и на канал залетит новый выпуск. Погнали! Итак, неизвестные взломали Инстаграм Билла и удалили его страницу в ВК. Очень, блядь, хуйня складывается. Мне взломали Инстаграм и удалили ВК. На момент взлома у пранкера было 1,5 миллиона подписчиков. Благодаря жалобам аккаунт заморозили. Сейчас он заморожен, к вечеру будет уже доступ, все будет в порядке. Ну а на данный момент Эдварду удалось его восстановить. Я очень благодарен людям, очень благодарен вам, что вы меня ждали, что есть люди, которые восстановили мне. Спасибо вам большое. Самое печальное, что у него даже не стояла дополнительная защита от взлома, что у таких популярных блогеров большая редкость. В силу моих доверчивых отношений, блядь, ко всему миру, блядь, я не поставил двойную аутентификацию, то есть безопасность. Вчера Мари Сен объявила о бесплатной раздаче своих личных вещей. Первая вещь совершенно бесплатна, вторая вещь 100 рублей. Такой ход был сделан для привлечения покупателей к ее новой коллекции. В магазин людей пришло больше, чем на некоторые концерты EXO Live. Небольшая совсем очередь, да, в наш магазин, но мы все равно всех вас ждем. Всех вас ждем. У нас тут, короче, коллапс. У нас тут очень много людей. Очередь просто там не заканчивается, мы все перекрыли, весь центр. Катя выпустила первое совместное с парнем видео у себя на канале. В ролике она показала бэкстейдж со съемок ее нового мерча. На радость фанатам там было очень много милых кадров с ее парнем Семеном. После этого ролика многие поменяли мнение об этой паре. Она начала им нравиться. Пишет, что ребята отлично смотрятся вместе. А вам они нравятся? Подписывайся на Инстаграм, там бывают интересные новости, а ссылка в описании. ДК намерен снять пародию на новый клип Марьяны «Сюрприз». В своем паблике он заявил, что покажет Марьяне, как надо делать рэп, если наберется 20 тысяч лайков. Лукасов набралось намного больше. Вы как, вообще ждете пародию от ДК? Алена Венум на данный момент отдыхает в Болгарии. Оттуда у блогерши появилась весьма провокационная история. Девушка лежит на кровати в отеле. При этом в кадре находится мужская рука с бутылкой вина. Обстановочка довольно интимная. Кто этот волосач и кем он является для Алены, пока неизвестно. Странно лишь то, что походу у него есть девушка. Позже у блогерши появилась еще одна сторис. В ней она рассказала, что сейчас чувствует себя любимой и счастливой. А мы знаем лишь то, что она позволяет видеть. Так что вполне возможно, у нее завязались новые отношения. Моргенштерн продолжает свой марафон по уничтожению денег. В этот раз 100 тысяч рублей он швырнул в унитаз. Любимые мои, пожалуйста, не ругайтесь, что так много рекламы в последнее время. Если бы не реклама, разве мог бы я сделать вот так? При этом он налил на них. Пальцем щелкает деньги банк, самый дикий это факт. Нагордился бы мой папа. В прошлый раз эту же сумму Алишер просто сжег. После этого вышел клип вот так, в котором он объяснил свой поступок. А вот последнюю сотку я просто сжег. Я же артист. Я должен вызывать у вас эмоции. Как думаете, что Моргенштерн придумал на этот раз? 51 тысяча лайков, и сразу ваши ебальники разорвет новый выпуск. Подписался, нажал на колокол и стал самым крутым. До скорой встречи!